Canon 50D. Замена затвора. Для начала фотоаппарат необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике Canon 50D разбор. Затвор выходит из строя чаще всего при попытке самостоятельной чистки фотоаппарата. Откручиваем винты, фиксирующие затвор. С обратной стороны вынимаем шлейф затвора и пинцетом вынимаем механизм затвора. Прикладываем новый механизм затвора и продеваем шлейф. Закручиваем винты, фиксирующие затвор, и вставляем шлейф. Все, затвор заменен.